И всем привет, с вами Каиса, и на очереди у нас следующий уровень, следующий канал, вестерн. И мы идем в этот вестерн. Где он у нас находится? Кажется, там он у нас находится. И иди в пень. Так, отлично. Вот у нас вестерн канал. Ну, как обычно, 4 пульта. Ну что ж, залезаем в этот канал. Сразу скажу, что канал вымораживающий. Сложный довольно-таки миссия. Ну вот, давайте посмотрим анимацию к первому телевизору. Вот у нас ферма. Тут у нас куры. От кур... Из кур... Ну, нужно это... Вытряхивать мушки. У каждой куры по одной мушке. Так, будем всех кур прессовать. Вот так вот. Так, куры, идите сюда. Отлично. Кажется, всех троих, кажется. Так, у этих больше нету мушек. Окей. Так, проверяем, чтобы ни у кого не осталось больше этих мушек. Так, ну, вроде этих всех прессанул. Так, вон, давайте соберем за кактусом мушки. Так, и у нас есть еще такие вот ящички. Ящички есть. И в ящичках есть куры. Сразу. Иди сюда. Молодец, сыпа. Так, вот у нас мушки. Собираем их. Так, у нас есть... Вот еще у нас ящик. Бесполезный. Так, мы, кстати, можем выйти за ограждение. Посмотреть, что у нас тут имеется за забор. Ну, тут у нас кактусы, нужно быть осторожным. Так, там я ничего не вижу. И давайте в другую сторону сходим, разведаем. Так, только осторожно, чтобы не свалиться в яму. Самое страшное, это помереть и заново этих кур всех вытряхивать. То, конечно же, не хочется. Ну, вроде здесь ничего нет, и поэтому можно было и не заглядывать сюда. Так, а сейчас мы что делаем? Тут у нас осел, но он у нас не алё. Так что тогда мы прыгаем на этого осла и... Да, он постоянно издает эти звуки. Так, ну, с помощью осла мы можем забраться наверх. Так, давайте погоняем этих кур. Давай мушку сюда, засранка. Так, и ты сюда. Где ты? Отлично, есть мушки. Так, давайте пока слезем с осла. Без него побродим. Посмотрим, что у нас есть еще. Так, ну тут у нас кактус. Кактусы внизу, их нужно перепрыгнуть. Ладно, возвращаемся к нашему ослу. Поехали. Перепрыгиваем. Так, тут у нас черепаха и много кур. Давайте возьмем зеленую муху. Так, вот тут у нас куры. Так, и у нас тут птица. Так, птица, иди сюда. Ладно, давайте пока потрясем кур. Курица, да иди ты сюда.
Ах, засранка. Ну давай, давай. Тупая курица. Есть. Так, у тебя быстро. Отлично. Вот вам все. Так, и тебя нужно. Будешь у меня вертеться. Так, птица, иди сюда. Так, отлично, убиваем птицу. Ну, у птицы мушек нету. Так, а тут у нас мост. И птица впереди. Так, давай, птицы, иди сюда. Давай, 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 давай. Отлично. Птица кончилась. Так, а тут у нас вот такие зеленые скоробеи. А у них, кстати, есть мушки, значит, их придется убивать. Вот они замаскировались под кактус, под цвет кактуса, такие же зеленые. Так, отлично, убиваем их. Так, берем тут лапку. Осторожно, осторожно берем лапку. Так, где еще чайник? Так, вон там у нас чайник. Так, нам бы за слон вернуться. Да, и у нас развилочка тут есть еще. Куда можно сходить? Ну, давайте вернемся за нашим осликом. Блин, а ослик-то пропал. Черт, да, забыл совсем про это. Осел пропадает, если далеко отбежать. Ну ладно, давайте без осла тогда пройдем чуть вперед. Так, отлично. А, вон у нас впереди еще виднеется ослик. Так, а тут у нас водопад. Давайте зайдем за него, и тут у нас секретик. Так, тут у нас жизни. И вот такие кувшинки. Так, что мы с этим делаем? Уточка. Прыгаем по уточке и собираем. Так, тут у нас куча жизни на самом деле. У меня сейчас 33. Я не знаю, брать их или не брать. Ну ладно, давайте все вот. Соберем все жизни. 4 штуки. Кстати, здесь можно их хорошо пофармить, если нужно. Так, отлично. 37 жизней. Выходим отсюда. Что у нас? У нас тут чекпоинт есть. А, и кстати, и мушка есть. Давайте ее сразу возьмем тогда. А, блин, зачем? Тут же чекпоинт. Нет, давайте тогда чекпоинт собьем. Кстати, вроде чекпоинт как бы сохраняет найденные мушки. И если я не путаю. Так, и продвигаемся дальше. Так, а что у нас тут? Тут осторожно продвигаемся, потому что кактусы. Так, и у нас там чайник. Я забыл, какая тактика против него. А, ну, нужно отбивать его шляпу. Вот, отлично. Собираем с чайника мушку. Так, и у нас развилка очередная. Можно пойти налево, можно пойти вперед. Ну, давайте сходим налево сначала. Да, у нас здесь хорошая такая заначечка. Зеленая муха, кувшин.
45 мушек мы собрали. Так, а где наш осел? Осел. Поехали вперед. Так, и едем вперед. Так, убиваем этого ковбоя. Несколько раз его нужно укокошить. Вот, и с него выпадает мушка. Так, здесь у нас лапка скрыта, ухо скрыто. Нужно все хорошенечко осматривать повнимательно, потому что я помню, что я пропускал в этом уровне, потом долго не мог понять, где это все. Ну, это когда я играл еще для себя, когда сам проходил. Так, тут... Так, слезаем со осла. Осел нам служит как щит. Ах ты черт! Так, ты кто? Так, убиваем этого. Убиваем этого козла. Так, и этого козла нужно убить. Нужно просто... Просто поймать его... Шляпу эту. Ну давай, давай, козел. Ах ты сволочь. Отлично, есть, поймал козла. Так, и у нас 50 мушек. Тем временем половина собрана. Так, и мы направляемся дальше. Так, тут у нас яма. Перепрыгиваем через яму. Давайте поправим чутка здоровья. Возьмем эту мушку. Так, а тут у нас тупик у нас тут. Так, садимся на осла и едем дальше. Прыгаем. Тут у нас карта. Берем ее. Вторая карта. Так, там у нас вроде тоже тупик. Да, совершенно верно, тупик. Ага, чайник тут. Отлично, убиваем чайника и прыгаем туда вперед, за мушкой. Так, тут у нас кувшинка. И что еще? Вроде ничего больше я не вижу. Так, и едем дальше, значит. Так, чик-чик-чик-чикпоинт. Давайте его обязательно собьем. Хотя тут чекпоинты нужно грамотно использовать. Ну, ладно, сбили чекпоинт. Так, кстати, вроде здесь есть какой-то подвох. Так, или это дальше будет, где можно будет спрыгнуть вниз, и там что-то будет. Ладно, сейчас мы поднимаемся наверх. Так, а здесь у нас... Здесь у нас... Нам нужно подвинуть ту платформу. Так, вот тут мы можем ползти. Давайте сползаем. На противоположную сторону. Да, тут у нас рычажок такой вот. Да, давайте вернемся. Осел нам, может быть, и пригодится сейчас, если существует такая система. Так, нужно просто хорошенько прыгнуть. Не упасть. Не соскользнуть, ни ничего. Так, давай, лифт. Вперед меня, вперед толкай. Так, отлично. Перепрыгнули барьер. Так, а тут у нас... Давайте слезем. Хорошенечко посмотрим. Так, ну тут вроде я ничего не вижу. А что впереди у нас?
Так, да, что-то там есть такое. Давайте спустимся вниз. И поднимемся наверх. Да, иначе бы мы просто не поднялись тут. Так, убиваем этого ковбоя. Три раза тебя надо, я знаю. Так, берем мушку с него. Птица. Птица, иди сюда. Птица, иди сюда. Отлично, убили птицу. Так, тут у нас цветки, и тут у нас... Надо тут, это... Могила чья-то вот. Так, давайте зайдем за ограду и посмотрим, что у нас там. Есть... Что у нас тут есть? Может, что-то и есть. Ага, секретная дорога. Давайте спрыгнем вниз. Так, тут у нас лапка. Там у нас забаррикадировано. Так, берем здесь лапку и собираем лук. Так, дорога ведет дальше. Тут у нас лапка. Казалось бы, проход, но нет. Так, а куда дальше? Точно я не могу сказать. Вряд ли мы обратно заберемся. Вряд ли. Хотя... Нет, мы не заберемся обратно. Придется спрыгивать вниз. Да, и заново проделать этот путь. Ну, ничего страшного, сейчас проделаем, это, в принципе, недолго. Так, сейчас по мосту. Через кактусы. Так, и на осла. Поехали заново это все. Доберемся до того места. Так, осторожно, кактусы. Так, прыгаем. Осел. Я знаю, что ты и А. Так, прыгаем. 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 И прыгаем. Так, ну вот, мы уже почти добрались. Так, лифт у нас едет, отлично. Так, давай, не тупи лифт. Толкай меня вперед. Так. Повторяем тот же маршрут. Так, и тут давайте без осла побродим. Пройдем чутка вперед. Ах, вот он, ковбой-то наш. Что ты там мне кричишь? Давай лучше мушку. Так, где-то птица. Птица, ты где? Так, она наверху где-то. Так, там у нас лапка виднеется. Так, лапка, как бы мне туда забраться, наверх? Как-то можно, я помню, как-то забирался. Go ahead. Make my lunch. Так, надо только вспомнить, как это сделать. Долго надо прыгать тут.
Так, давай, Гекс. Ах ты, черт, чуть-чуть, казалось бы. Давай, Гекс. Ладно, давайте пока отпустим эту лапку. Давайте зайдем вовнутрь. Так, тут у нас огонь. Так, и тут у нас третья карта. Так, и лапка у нас была скрыта. Отлично, взяли лапку. Так, вон там у нас что-то... Просвет какой-то. Так, нет. Так, а на сук ты не хочешь запрыгнуть? А вон и птица, кстати говоря. Ну ладно, пошли вперед. Найдем мы еще это место, где мы смогли бы забраться. Так, тут еще одно. Так, давайте скушаем, кстати, проглотим муху. Возьмем еще одну. Так, тут у нас забор. Так, там у нас бонусная эмблема наверху. Ладно, давайте зайдем вовнутрь. Опять у нас огонь здесь. Так, аккуратно идем. Так, и у нас тут четвертая карта. Отлично. Так, ну что ж, идем дальше. Не будем заострять особо внимание. Так, тут нужен осел. А, кстати, осел и нужен, чтобы забраться-то за эмблемой и за лапкой. Так, осел, я надеюсь, ты там живой. Только не говори, что тебя там нет. Да, осел пропал, к сожалению. Пропал осел. А без осла здесь трудновато будет. Ну ничего, ничего, сейчас сходим. А, кстати, вот у нас, блин, была железная дорога там. Промахнулся я. Ладно, едем дальше. Опять все заново. Осел мне там понадобится. Так, понятно. Куча прыжков опять. Так, вот мы добрались до сюда. Забираемся выше и на лифт, на лифт, на лифт, на лифт. Так, давай, лифт. Ну, побыстрее можно было бы, мне немного. Так, мы едем. Пускаемся вот сейчас тут вниз. И подъем. Так, едем дальше. Так, давайте попробуем взять эту лапку с помощью осла. Может, я, конечно, и с его и помощью и брал ее. Давай, осел, прыгай. Да, 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 можно как-то. Давай, осел, давай, 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 давай.
повыше бы забраться было бы шикарно. Ах ты, черт. Ну, давай, я сел, прыгай. Вот, отлично. Отличная была высота. Ну ладно, черт с ним. Должен быть нормальный способ туда запрыгнуть. Так что едем дальше. Ладно, едем дальше. Возьмем мы это. Так, вот у нас подъем. Забираемся наверх. Так, а вот у нас ограда. А, вот этот способ есть. Так, тут у нас птица. Ах ты черт. Осел мешается. Давай, птица, иди сюда. Ну, ну, ну. Ах ты черт. Есть. Так, садимся на осла. Забираемся и за ограду, за ограду. Так, теперь нам за лапкой стоит сходить. У нас тоже птичка. Ах ты сволочь. Чертовка. Есть. Так, залезаем на осла. И вновь забираемся туда. Так, а давайте посмотрим. Хотя нет, позже посмотрим. Так, давайте за ограду еще сгоняем. Может, там еще что-то есть интересное. Так, есть же. Так, курица есть. А, стоять. Давайте слезем со осла и погоняем кур. Так, отлично. Есть, есть, есть. Так. Давайте пока оставим этих кур в коробке. Так, тут у нас сколько кур? 4 куры на свободе и 2 в коробке. Мне нужно 4 мушки, значит, сейчас собрать аккуратненько. Так, одна попалась. Так, давай, курица. Так, вторая попалась. Так, ну, курица. Нет, это уже щупал. Так, третья попалась. И четвертая попалась. Пятая попалась. Шестая попалась. Так, тут у нас зеленая муха. Ну, у нас все в порядке. Так. Давайте соберем вот эти вот мушки. Так, тут у нас лапка. Собираем ее. Тут у нас ничего, а тут у нас курица. Давай, курица, 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 тупая курица. Есть, попалась курица. Так, тут у нас ничего, тут у нас ничего. Там у нас наверху телевизор. Так, давайте вернемся. Так, осла опять нету. А, не, осел тут. Курица тут.
Так, попалась сволочёвка. Так, ну вроде всех погоняли. Так, давайте залезем на осла и посмотрим, что у нас тут есть еще. Так, ну у нас здесь такая же ограда есть. А, это мы сделали круг, получается. Получается, мы сделали круг. Так, этих я гонял, этих я гонял. Так, получается, нам сейчас возвращаться нужно. Похоже, здесь у нас мушек больше не предвидится. Хотя стоять нам. Так, ну вот мы по-легкому спустились вниз. Теперь давайте просто будем искать еще оставшиеся мушки. Где бы они могли быть? На самом деле, где угодно они могли бы быть. Есть идеи, конечно. Так, сейчас прыгаем. Лишь бы не погибнуть. Так, заходим сюда, поднимаемся наверх. Так, и сейчас нам не на лифт. Там у нас внизу железная дорога есть. Отлично. Я допрыгнул до этой железной дороги. Да, и у нас здесь есть карта. Последняя карта, кстати. Мы активировали какой-то из телевизоров. Его бы хорошо будет в первую очередь, наверное. Чтобы... Так, чайник. Получи чайник. Так, один. Так, тут у нас кувшинки. Убиваем их. А, вот этот как раз телевизор и активировали. Так, ковбой, иди в пень. Ах ты сволочь. Так, бонусная эмблема. Так, давайте посмотрим, что от нас хотят в этом уровне. Так, лапки мы все собрали. Осталась одна эмблема. Вот как, да? Одну эмблему еще надо где-то искать. Это помимо мушек. А мушек еще до хрена, я хочу сказать. Так, что сейчас делаем? Спрыгиваем вниз. И помните, у нас была развилочка одна. Ну, наверняка помните. Где-то тут она, да, вот она, эта развилочка. Давайте сходим туда. Да, вон у нас мушки виднеются. Так что нам по-любому идти сюда. Так, только внизу у нас пропасть. Надо быть осторожным. Так, тут у нас ковбой. Так, где-то еще появится. Отлично, убиваем ковбоя. Давайте. А вот и наша последняя эмблемка. Так, садимся на осла. И нужно дальше прыгать. Да-да-да, вон они, мушки. Вон они, мушки. Осторожно прыгаем. Слазим со осла. Собираем мушки. Так, 86, 87, 88. Да, и прыгаем дальше. Готовимся. Там у нас еще впереди виднеются мушки. О, черт. Это было слишком близко. Ага, у нас где-то тут есть мушки. Так, камер, ты меня не обманывай. Вот они, мушки у нас.
Тут у нас что-то горит. Но у нас здесь есть мушки. 91. 92. 93. 94. 95. 96. И наверху что-то 4, да? Нет, 3. Так, 97, 98 и 99. Так, а где еще одна? Вопрос. Так, тут у нас телек. Конечно же, мы в него не лезем. Это глупая затея. Лезть в телек, не собрав 100 мушек. Черт, это плохо, это печально. Где-то одну мушку, значит, я пропустил. Так, отлично. Возвращаемся потихоньку тогда. Не сильно осел. Стой. Так, и сюда теперь. Давай, лифт, давай. Так, в поисках одной мушки. Где вот она может быть, а? Вот где она может быть? Понятия не имею. Одна какая-то мушка. Курица, у тебя нету? Похоже, у курицы нету. Так, вот где она может быть? Ах ты сволочь, кактус. Так, где-то же она есть, а? Не, ну вроде всех я кур щупал. Так, осел, гоняй этих кур. Надо всех проверить. Еще разочек. Ну, курицы. Тупые курицы, блин. Наверняка у какой-нибудь курицы и пропустил, да? А вот у какой? Я хрен сейчас пойму. Нет, у этих нету. У этих, может быть, и есть. Нет, у этой нету. Запоминаем, каких я щупаю. Так, не похоже, чтобы у этой что-то было. И у этой ничего не видать. Так, ну иди сюда. Я тебя запомнил, ты не думай. Нет, у этой тоже ничего. Курицы тупые. Да нет, вроде как здесь точно ее нет. Так, ну вас я точно щупал, так что не надо гнать. Что у вас? Так, осел пропал. Да какого хрена? Какого хрена у меня отобрали осла? Вы чё? Наверняка я какую-то курицу просто не пощупал. Нет, нету. Ну. Куда? Куда убежал? Нету. Окей. Ну что ж,
Едем дальше тогда. Так, тут у нас ползать, что ли, можно? Я не понимаю. Ладно, едем дальше. Нужно искать в любом случае. Нет, там вроде точно нет. Там одной как раз не хватает. Так, вспоминай, Гекс. Нет, вроде здесь нету. Ладно, едем дальше. Собираемся наверх. Смотрим повнимательней, повнимательней. Побдительней. Так, тут у нас... Что я тут делал, а? Что я вот тут делал? Тут у нас ящики. В ящиках ничего подозрительного, к сожалению. Так, ладно, давайте здесь посмотрим. Еще раз, но более внимательно. Может, тут у нас какой-нибудь секретный вход. Нет, только не упади, я тебя прошу. Так, да вроде не похоже, что тут... Так, смотрим повнимательнее, Гекс. Ничего не наблюдается, к сожалению. Так, стоять, а что у нас там? Да ничего у нас там. Вроде кажется проход, но нет. Так, тут я ничего не вижу. Да нет, тут ничего. Ладно, прыгаем туда. Так, и давайте здесь поскачем, посмотрим. Где-то же должен быть что-то. Или разбить что-то. Черт, не понимаю я. Ладно, забираемся наверх. Лифт. Ну, лифт так лифт. Давайте прокатимся тогда вперед. Так, кстати, вот тут вот... А, тут я ползал. Точно. Раньше. Так, а вот тут мне зачем ползал? А, ну, точно. Все, я тут лифт. Так, нет, мне туда не надо. Так, давайте здесь за оградкой чуть-чуть побегаем. Карта-то большая у нас, в принципе. Так что пропустить в легкую я мог эту чертову мушку. Так, ну тут у нас железная дорога. Вроде я там все собирал. Черт, что я наделал, а? Зачем-то я спустился. Так, ну ладно, давайте все внимательно посмотрим. Не вижу я, не вижу, чтобы тут была мушка, не вижу. Gecko's gotta know his limitations. Так, кур, я вас гонял уже. Ладно, делаем еще круг, пока не найдем эту тупую мушку. Я даже знаю, в какой... Телевизор я вылезу в первую очередь. Вот знаю. Так, а вот этот водопад у нас был, да? А, стоп. Тут мы жизни брали. Ну да, точно. Ладно. Прокатимся дальше.
серия прыжков опять по этому туннелю. Так. Нет, вроде тут я все в нем внимательно посмотрел, вроде. Так, стоять. Стоять, осел, стоять, Лекс. Так, а в том туннеле я все внимательно посмотрел. Вроде да. Может, конечно, и нет. Кто меня знает? Так, вот я добрался до этого кладбища. Давайте все внимательно смотреть. Где-то же эта муха есть. Так, пламя. Вполне возможно, что где-то здесь я мог не заметить чего-то. Но нет, нет. Не все так однозначно. Ладно, давайте в этот зайдем еще раз. Ну ничего не наблюдаю. Ровным счетом ничего. Ай! Нет, нет! Черт! Твою ж мать! Как так можно было неаккуратно погибнуть, а? Ладно, гребаный чекпоинт, а? Ну конечно же, лифт еще не активирован. Да, просто на тупом. Сдох на тупом месте. А, черт. Ладно, бери осла. Да отвалите. Идите в пень. Блин, ну чё они живут вот, а? Я же их убивал. Ладно, ладно, ладно. Ну понятно, конечно, конечно, я не допрыгнул. Как это вымораживает. Так, ну давайте хоть здесь остановимся. Так, кстати, карты не нужно собирать, судя по всему. Ну давай, чайник. Ковбой. Вот она, вот этот кувшин. Точно, ребята. 100% я его не заметил. Вот 100% гарантирую вам. Так, идите в пень. Так, возвращаемся, с чего начали. Да, давайте чекпоинт активируем. Так, да, теперь давайте туда сходим. Где-то этот ковбой чертов. Давай сюда мушку, ты мне не нужен. Так, кстати, бонусные эмблемы тоже. Игра посчитала, как бы я ее уже взял. Да, чекпоинт
сохраняет, конечно, количество мушек. Так, 66. Давай, осел, давай. Я знаю, у тебя все получится. Так, тут. Да, окружаем этот. Я не знаю, как назвать это место. Так, собираем здесь мушки. Залезаем наверх. Еще 3 мушки собираем. Так, теперь возвращаемся к лифту. Так, тупая камера, блин, я не вижу ни хрена. Давай, лифт. Фух. Давай, лифт, давай. Главное не перепрыгивать этот лифт. Так, давай, лифт, давай, давай, давай. Так, и возвращаемся. Так, поднимаемся наверх. Ах ты сволочь. Куда ты в моего осла? Да ты чё творишь-то, урод? Слушай, ты урод. Ты знаешь об этом? Ну давай, урод. А, получай, фашист, гранату. Так, давайте сюда зайдем. Кувшины пустые. Ну точно, потому что игра там не сохранила найденные мушки. Здесь я их точно собирал. И в туннеле в этом. Тогда какого хрена мне сейчас убивать этих чайников? Ладно. Отправляемся дальше. Сволочь. Сдохни, тварь. Так, еще кого это? Черт. Забодаю. Давай, осел, убивай этого ковбоя. Так, используем муху. Ну давай. Осел тупой. Так, едем дальше. Используем чекпоинт на сей раз. А, нужно лифт активировать опять. Ползем, ползем к рычагу. И обратно. Так, осел, ты тут? Отлично, успел на лифт. Давай, лифт, давай, давай, давай. Иди меня дальше. Так, и наверх. Черт, ковбой, я забыл про тебя. Ну, где ты будешь появляться? Так, а, тут ковбой... С ковбоя мушка-то идет. Так, птица, иди в пень, с тебя ничего не падает. Так, ковбой, где ты, блин? Ну давай, я жду.
Так, давай, надо сюда еще зайти, потому что мушка тут есть. Так, а вот заходить ли дальше, в этом смысла нет. Так. Что, еще какой? Так, лапку взяли, окей. Тут что? Кувшин. Что тут? Не, огонь, иди от меня. Подальше. Так, что, только куры, что ли, остались теперь? Ну, окей. Да, опять гоняться за этими курами. Так, отлично. С этой получили. Черт, что я наделал. Так, а ты? Так, отдала мне свои. Так, куры, идите сюда. Так, сколько я получил? Раз, два. Да что это за чертовщина? Зачем? Так, может быть на осле их продуктивнее будет. Отшибать. Так, я вообще усложнил себе задачу. Два. Три. Нету них ничего, нету. За кем вот мне гоняться вот? Нету ничего, нету. Ничего. Тупые курицы. Так, есть. 90. Не знаю, всех ли я шиб. Так, ну вот у нас мушки. 95. Так, вот у нас еще одна курица. Наглая. Куда ты убегаешь-то? Eat this. Сволочь. Бесит эти куры. Кто их вообще придумал? Так, кажется... Я вспомнил еще одно местечко. Куда я не слезал. Boxcar Willy is my favorite. Нет. Туда мне идти не нужно. Вот тут у нас за забором это местечко, дорога та железная. Так, давай, осёл, скачи туда. Где эта железная дорога у нас? Где-то тут. Она у нас. Вот. Да, вот она у нас. И тут у нас мушки. Сколько? 99? Не гони, вон сотая. Есть, сотая мушка. Отлично. 20-й пульс найден. Так, а мы можем теперь смело спрыгивать вниз. Нам нужно выйти сейчас в самой сложности из телевизоров. А я знаю, это какой. Я знаю этот телевизор.
Так, лишь бы не свалиться сейчас куда-нибудь. Так, давайте проглотим эту муху и поднимаемся выше. Так, давай, Гекс, не подведи меня. Так, прыгаем вперед. Давай вперед, еще вперед. Сюда. Прыгаем, прыгаем и прыгаем. Так, и вот здесь вот у нас, вот здесь вот. Нужно попасть, блин. Черт, не попал. Долбаная железная дорога. Кто тебя придумал вообще? Так, ладно. Забегаем по новой. Давай, прыгай, прыгай. Так, почему я не могу попасть на эту дорогу тупую, а? Скажи, игра, почему? Надо там вот. Попал. Надо же, со слом прям попал. Так, едем, едем, едем потихонечку. Отлично. И в телевизор. Прям на осле заедем. А мы не можем, да? Прямо на осле. Осел, давай, забрось меня в телевизор, давай. Блин, осел. На кнопку надо попадать. Да что ты будешь делать? Давай, осел, давай. Есть. Второй пульт. Два пульта взяли в этой миссии. Взяли все лапки, все эмблемы. Так, и осталось. Hey Shucks no, darling. I was thinking of heading into town, getting my tongue scraped. Hey, quick draw. I have another idea. Why don't you get back to rescuing me? Rescue, smash you. This lizard wants action. Осталось еще два пульта. Но это уже будет куда проще, потому что не надо, не будет ничего собирать. Так, и сейчас лезем за другими двумя пультами. Так, ну пошлите. Давайте третью анимацию просто посмотрим. Да, вот за ним я и схожу, наверное. Так, осел, ты где? Так, просто скачем вперед. Возьмем в дорогу муху. Скачем вперед. По мосту. Не нужно собирать какие-то карты. Так, вот тут чекпоинт. Давайте его собьем. И скачем, скачем, скачем вперед. Чайник, отвали. Отвалите все чайники от меня. Мне плевать на вас вот. Так, обскакиваем всех чайников. Чекпоинт. Да, и нужно лифт активировать опять-таки. Зачем ты это сделал, Гекс? Кто тебя просил? Так, ползем к рычагу.
Отлично, лифт едет. Так, переползаем. Насло. Давай, лифт, не тормози, не тупи. Так, и едем вперед. Так, плевать на всех этих чайников. Плевать, абсолютно плевать. Так, едем дальше. Так, вот уже почти добрались. Так, где? Вот, тут. Давай, осёл. Так, отлично, третий пульт взят. Ну что ж. Теперь осталось за последним пультом в этой миссии сходить и покончить с этой миссией раз и навсегда. Вымораживает она конечно, меня здорово. Так, ну это самый легкий пульт. Из трех. Из четырех. Так, сейчас скачем вперед, а потом на развилку уходим вправо. На развилку. По мосту. Так, и вот эта развилка у нас. Давай, лифт, подгребай сюда. Так, отлично. Да, тут сейчас ковбой будет, он будет мешаться, конечно. Ковбой, иди в пень. Ах ты сволочь. Так, ждем лифт. Давай, подгребай. Так, ждем еще один лифт. Давай, лифт. Так, и там у нас наверху последний пульт. Последний телевизор. Отлично. Все, вестерн пройден. Так, а я сохраняю сейчас. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующих миссиях. Пока-пока.